такая вот стерео гарнитура для мобильного телефона, mp3 плеера подходит. Здесь у нас 20 от 20 до 20 тысяч гигагерц, 105 децибел, 32 Ома сопротивления, и длина кабеля у нас 1,20 м. Метр — это мало для мобильного устройства, 1,20 м — это хорошо. Вот такой стик. Если мы его здесь раскроем, у нас получаются такие вот наушники. Тут написано, что есть амбушюры, но вот во втором комплекте они есть, а здесь их почему-то нет. Наверное, вытащили. Так, дальше нам это уже не надо будет. Для теста будем использовать наш Mi 6. Ну, кабель хороший, мягкий такой, легкий, конечно, для детей не пойдет, но тем не менее он не будет топорщиться во время прогулки по холодному воздуху. Для того, чтобы подключить нам к телефону его, нужен будет переходник, так как в телефоне не предусмотрено. Так, ну и собственно проверим, послушаем нашу музыку. Так, файл не найден. Угу. Ну, один канал играет нормально. Ну, лупят они хорошо, конечно. Кнопка работает. Уже хорошо. Так, если мы отсюда выйдем, так, вот, убрали, появилось. Ну, я думаю, наушники какое-то время потягать можно. Проверить, посмотреть. Микрофон у них тут есть. Вот отверстие для микрофона. Посмотрим. Легенькие, обтекаемые, с логотипом и маркировкой правого и левого уха. Ссылка на товар будет в описании. Всем, кому было интересно, оставляем свои комментарии. Лайки, либо дизлайки. Подписываемся на канал. Всем пока!